Вот мы сейчас в районе Вечного огня. Вот. Район Вечного огня. Слушайте, я заметила, в Караганде так много «Жигулей». Вот я возле политеха видела, вот здесь тоже. Так интересно. Старые машинки. Классно. Так, мы идем в сторону Вечного огня. Посмотреть Вечный огонь. Это у нас бизнес-центр, да, небольшой, станция столовая, фикс прайс. И здесь еще открыли мята премиум. Угу. Здесь мясной павильон. И вот такая вот аллейка к Вечному огню ведет нас. Здесь вот открылось огромное здание. Кстати, я была в прошлый раз. Я не помню, чтобы оно было. Наверное, его недавно поставили. Называется «Территория вкуса». «Элита вкуса». Где тортики вкусные. Вот туда, за девятиэтажкой. А это «Территория вкуса». Смотрите, построили отдельно прям здание. И вот сейчас здесь какой-то вот... думала, ресторан. Нет, это столовая Асхана. Смотрите, «Территория вкуса». Возьми с собой пельмени, чебуреки и так далее. Вот это «Территория вкуса». Ты, если что, заходи. Вот так вот. Приглашаются. Социальный павильон вот здесь. О, смотрите, как мясной павильон, социальный павильон. «Территория вкуса», «Элита вкуса», все. Вот так вот сочетается. И вот здесь вот хорошая облепиха. Тоже, наверное, столовая, как она, или кафе. Тоже классная. Здесь на прокат можно взять транспортные средства. И вот детки идут, школьники куда-то бегут. Идем дальше. По аллее. В сторону Вечного огня. Вот такой вот вечный огонь. Thank you.
Классный такой летом. И вот такие детские площадки. И вот там еще дальше еще одна. Пойдемте посмотрим. Лейка за вечным огнем. Вот так она выглядит. Первая детская площадка. И вот вторая. Здесь большое футбольно-баскетбольное поле для молодежи и детей. И здесь еще одна детская площадка. Очень чисто. Ну вот тут буквально одна бумажечка валяется и одна бутылка. А так, конечно, очень чисто. Вот такая детская площадка.